Друзья, всем привет! Сегодня на рассмотрении очень маленький такой, маленький-прималенький пакетик такой. В этом пакетике находятся карабинчики по очень смешной цене. Сегодня Черная Пятница, но при этом цены на эти карабины на сайте AliExpress остаются не то чтобы такие же дорогие, но и даже дороже. Итак, за 84 рубля стоимости самих карабинов плюс стоимость непосредственно доставки я заплатил, во всяком случае тут написано стоимость 240 рублей, 250 даже рублей, но я заплатил знаете сколько? Заплатил 1,41 бакса, то есть это примерно 100 рублей. Итак, вот такие вот у нас карабины, 10 штук, я, конечно, заказывал совсем, ну как, думал, что они будут побольше, но это совсем такая хренотень мелкая какая-то, сейчас я посмотрю, там была фотография вот с такой рукой, и да, примерно одно и то же, но это слишком мало для моих нужд. Итак, попробуем что-нибудь сделать с этими карабинами, их должно быть ровно 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, что нужно с ними делать? Из них можно делать какие-нибудь страшные, смешные, не знаю, какие-нибудь мозаики. Но мне надо было повесить мою сумку, не очень большую, не очень крупных размеров, 18 сантиметров по длине. Мне надо было ее повесить на ремень, но иногда тяжесть довольно большая, поэтому я хотел все-таки, да, эта штука металлическая, ее не так просто согнуть или разогнуть, это уже хорошо, это хорошо. Так, заявленные размеры вот этой штуки равняются 45 на 23 на 3 миллиметра, то есть 3 миллиметра это... Должен быть диаметр, так соответствует, даже чуть больше, где-то 4 миллиметра диаметр. Значит, длина, насколько я понимаю, должна быть 45, вот мы видим, чуть больше, то есть по длине 48, ну и по ширине в самом широком месте она, по идее, должна быть 22. Да, 23, да, 22,5. Ну, друзья, ну, самая, это моя ошибка, конечно. Сейчас покажу, какой я хотел себе. Вот такой вот хотел я себе. Вот такой большой по сравнению с этим. И, видите, я профукал. Но на самом деле, я так полагаю, что они будут... Для сумки это будет, в принципе, нормально. Я просто хотел сделать некое звено от ремня. Если здесь сюда входит ремень, здесь висит сумка, то я хотел примерно нечто подобное сделать. Давайте посмотрим теперь, как это будет выглядеть на сумке. Вот такая небольшая сумка, очень классная. Кстати, кому интересно, я могу скинуть потом ссылку. Стоимость 800 рублей этой сумки, кожа. Надеюсь. И здесь вот такие вот прибамбасы. На самом деле, вот этот большой карабин, он был вот здесь. Все, но точно так же, я так полагаю, что может быть и вот этот карабин находится здесь. То есть я могу его зафигачить. В конце концов, я могу их сделать для страховки 2, а может даже и 3 карабина. И теперь уж точно сумка никуда не денется однозначно. Так, что у нас с этим? Все нормально. Теперь мы делаем, допустим, вот так. Мы делаем серьезную такую страховку для сумки. Так. Ну вот, один, второй, третий. Все. Надели. И теперь у нас получается шняга полная, непонятная, некрасивая. Давайте уберем один. И посмотрим. Ну да, двух, в принципе, хватит. Два спокойно сюда помещаются в этот паз. И по своей прочности, я думаю, что они спокойно выдержат эту сумку именно вот так вот, если она будет болтаться. То да, скорее хлястик вылетит, чем эти два карабина. Ну что, друзья,
Я, в принципе, рекомендую эти карабинчики, рекомендую продавца. Очень-очень был поражен, за какое время пришли эти карабины. Они пришли за 7 дней из Китая до города-героя Севастополя в Крым. Так что, друзья, 7 дней – это ровно неделя. За неделю, я думаю, это очень удачная покупка. Кроме того, стоимость на данный момент, ну, я думаю, что можно найти и за 100 рублей точно так же этот весь набор. Так что, друзья, рекомендую. Ссылочка будет в описании. Всем счастья, здоровья, удачи. Давайте, если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем всего хорошего. Пока.